Число погибших при взрыве газового баллона в индийском штате Мадхья-Прадеш может составлять более 50 человек, пишет газета Times of India. Официально полиция подтверждает гибель 20 человек, однако источник издания в окружном госпитале, куда доставляли погибших и десятки пострадавших, сообщил, что в морге лежат тела 50 человек. Ранее газета India Today сообщала, что мощный взрыв прогремел около остановки в районе Джабуа, Джхебиур, в западной части штата. Телеканал NDTV уточняет, что инцидент произошел около ресторана. По данным телеканала, ранения в результате инцидента получили 80 человек. По данным агентства Синьхуа, взрыв газа спровоцировал еще один взрыв в соседнем здании, которое было разрушено. Многие могут находиться под завалами, проводится поисково-спасательная операция.